Салам алейкум, бүгін Кырмыш ғалынан 720 күні кетмекте эфирде заман соңки олып кечкен вақияларнен таныш етмеге азырмыз. Ахмеджетте Марсель Аляудинов ғайып олды. О февральның 11-інде евден чыққан, ләкен ойледе қайтып келмеген. Кімде бірде бір мәлімат олса, экранларда көрген телефон вастасынен хабер бермеге риджа етелер. Крымда сабық парламент спикері Евгений Супрунюкна яқаладылар, оны доландырыжылықта шеклейлер. Бұл мәліматны Крымнан Азербайджан жемиет елбашысы Рагим Гумбатов білдірді. Бүгін Ахмеджетнің Демариол мақкемесі Апске Алуфияда дигер шартына белгілей біле. Белеке Супрунюк 1995-96 сенелері Крым парламентінде елбашшылық япайды. Русия крымтатарларға незбетен Сталин сиясетіні девам ете. Более бейінатны Украина тышышлер назерлігі ачықлады. Белеке Туневан Крымнан рус прокуроры Наталья Поклонская меджлис рейсінің бірінжі муавина Нариман Джелялны давет етіп меджлис фалиетіне қаршы язылған шикаетве махкемеге берілмесі азырланған аризаны тұттырды. Мы безпречно высовываемо решающий протест в связи с намерами оккупационной влады в автономной республике Крым заборонить меджлис крымских татар. Оккупационная влада поставила перед собой небезопасную мету заборонить будь-які формы организации суспільно-культурного життя крымских татар и таким чином полностью вытеснить их из часово оккупированного півострова. Репресії проти кримських татар здійснюються фактично за методику каральних дій НКВС 44-го року, пред'явлено надуманих обвинувачень з метою позбавлення права на виявлення своєї ідентичності. Жорстоке переслідування і насильство над кримськими татарами свідчить лише про слабкість окупаційної влади. Ми безперечно вимагаємо від Російської Федерації припинити негайно репресії щодо кримських татар як корінних жителів тимчасово окупованого Криму. І звертаємося до світового співтовариства виступити на захист переслідуваних російською окупаційною владою кримських татар, не допустити повторення їх депортації 21-го століття і примусити Російську Федерацію поважати права кримськотатарського народу і взагалі поважати норми міжнародного права, суверенітет і територіальну цілісність України. Крымнан рус прокуроры Наталья Поклонская білдіргеніне көре шикаетіні крым-татар тешкілі тазалары берген. Ләкін белі олды ке прокуратураға шикаетіні рус тарафдары олған тешкілі атлар еллаған. Крым бірлігі, крымские татары, опора Крыма, комитет крымско-татарской молодежи, совет крымско-татарских старейшин, национальная культурная автономия крымских татар, городского округа Судакебы тешкілят елбашшылары имзалаған. Шикейт әткенлер межлес фалиетінен берабер қырымтатар милли тимсалының қол алынмасында ясақ әтілмесіні талап етелер. В настоящее время продолжают поступать обращения от крымско-татарского населения, в том числе от руководителей объединений крымско-татарских организаций с просьбой признать противоправной и провокационной деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, а также принять меры в части запрета использования крымско-татарского национального флага преступниками, совершающими блокады и диверсии против разных народов Крыма. Ну и аналогичная позиция неприемлемости любых проявлений экстремизма высказана муфтием мусульман Крыма и духовным управлением мусульман Крыма. Поэтому я вам вручаю копии документов, заявления в Верховный суд Республики Крым о запрете деятельности общественного объединения Меджлиса крымско-татарского народа. Вот копии все, вот заявление. Меджлис джимат бірлешмесі дегел шу себептен оны ясақ етілмесінің чаресі йоқ. Бұ ақта меджлис рейсінің бірінжі муавина Нариман Джелял білдірді. Берілген шикаят ве махкемеге берілмесі азырланған аризада меджлис джимат бірлешмесі кібі қайд етілі. Меджлис есе қырымтатар халқының темсілжі органыдыр. Документах называют общественным объединением, которым Меджлис не является. Меджлис является представительным органом. В результате нам были вручены копии заявления прокуратуры Крыма в Верховный суд
Республики Крым, как написано на заявлении, о запрете деятельности общественного объединения, в данном случае речь идет о Межлисе крымско-татарского народа, согласно федеральному закону об экстремистской деятельности. Универ бер Нариман Джилял Меджлис Ясах Этельмесына мемнун олмаганларга басқа япмақ үчүн япылғанында эмин. Меджлис рейсінің бірінші муавина истисна этмей Русия сиясетіне қол тутмағанларына месулетлікке желпете білелер. Если организация называется экстремистской, то, соответственно, любой, кто будет от ее имени что-то пытаться сделать, будет объявлен уже персонально экстремистом, и, соответственно, в отношении него там есть санкции Уголовного кодекса. В данном случае человек, если он хочет продолжать выражать определенную позицию, в данном случае позицию представителя крымско-татарского народа, он уже должен быть готов нести наказание или будет вынужден и ехать. То есть в любом случае власти будут, убирать, да, людей, которые в Крыму пытаются все-таки выражать определенные политические взгляды. 26 февраль іші бойынша қабатланған қырым татарлар апстем артынан 8-ізіне қадар болуына жақлар. Қырымның юқары рус мақкемесі бұ іш бойынша 5-інші топлашуыны кечірді. Түневін өткерілген топлашуыда мақкеме адвокатларының шикаетіні қанатлендірді. Қабатлап висиқасына кенеде тақиқатқа йолладылар. О бақылған вақыт қырым татар активистлері апсте болуына жақтыр. Удовлетворить ранее поданное ходатайство защиты в той части, что необходимо детализировать, кто из подсудимых, когда, в отношении кого применял насилие, где, какие там разрабатывались там эти планы по дестабилизации ситуации. Какое государство, Украина или Россия, в результате этих действий пострадало? После такого ходатайства суд пришел замешательство, в конце концов принял решение удовлетворить ходатайство и отправить данное судебное дело на доследование в следственные органы и в прокуратуру. Ну, они опять сейчас статус подозреваемых, значит, переходят, да? Им должны вручить новые обвинительные заключения, полностью детально будут указаны и правонарушения. После этого все это дело должно быть передано прокуратуре, а потом уже судебные санкции. Ну и, к сожалению, все это время они будут находиться под арестом. Украина Назерлер Шурасы мемлекет территориясындан кечкен Рус-Юг арабаларынын арекетіні ясақ етті. Йоллар үш күн девамында ватандашлық хамачавының активистлері тарафындан блок етіледі. Блокадаға Украинаның 10 велиетінден активистлер қол тұттылар. Назерлер Шурасы активистлерінің талапларыны еріне кетірді. Ақ-Русия сыңырындан азырланған Эльвина Сидбулаеваның левқасы. В Украине Виахруси арасында олған выступовичы сындырын кечеті. Полония, Рус-Юг арабаларына елны қапатқан сон, олар Украинадан кечмеге тұрыштылар, ама олар үчін мында да елны блок еттілер. Насколько не хватит вам еда? Ну, еще пару дней постоим, все. Михаил Марин енді үш күн девамында сынырда болына. Уақ-Русия ве Украинадан кечіп, Русиеден Словакияға углерод кечіречек олды. Блокада себеплеріні арабай дәрчісі анлай, ләкін она қол тұтмай. Чүнке блокада она зиян кетірия. Москва звонила ушыва? Да. Ждите. Они решают. Вот они решат. Могу им дальше, а можем вернуться. Но зарплата уже не будет такой, какой раньше была. Ну, в долларовом эквиваленте 400. 400 долларов, да? Да. А сейчас сколько получится? Сейчас я вообще ничего не получу, рейста не сделан. Михаил Ненбюрабер, Дабе Шайдавчы, Осил Башысынан Харарна Беклей. Активистлер ісе тек Русияге қайтқан арабаларына еберелер. Нетичеде бұйык невбе тізілді. Айдавчы Василий сұрадны арттырмағанына язықсына, она Европаға кірмек үчін 2 сат етішмеді. 2 часов не хватило. Ну, мы прошли, стали бы на границе в Ужгороде. И перешли бы границу, и поехали в Европу, привезли бы свой товар. Протест, война, туда-сюда, все понятно. Они требуют свое, мы свое, мы вот. Наразылық іштірішілерінің айтқанларына көре, юг арабалар сейфлерінің қарарына бақмадан, эфс арабалар Русияге кері қайтарылады.
Активист Руслан бір елді вамында Украина шарқында душманен күрешті. Акимет істелячі девлетін аляда тіжеретіні девам еткеніне ачывлана. Росія підтримує сепаратизм на території України. Це захвачені. Кожна фура вивезена в Європу з товару, російського товару – це граната, кулемет, танк, який Росія постачає на схід України. Так як Крим блокували наші, ваші громадяни, ну, громадяни України, але маються татари і українці, так ми хочемо заблокувати, щоб вдарити ще раз по економіці Росії. Кечу пункта бірнкач кілометр узахлықта акцияштырықшілері блокпостны тешкілеттілер. Олар халқара йолыны незаретте тұталар. Русия рабаларына узақтан көрелер. Блокируются только российские машины. Все. Потому что это наш агрессор. Акцияштырықшілері невбе тешкілетіп, мында бүтін күн девамында болуналар. Айтханларына көре, Русияның соңки Юкарабасы Украинаны терм етмегеніне қадар болуна чақлар. Эльвина Сидулаева, Альдар Тарахташ, Усман Радинов, Заман, АТР. Ато зонасында рус женкеверлерінен чатышмалар сықлашты. Кешкен күнде вамында душмалар ато күшлері тарафына 79 кере атеш ачқанлар. Шымдылік вазиет Зайцева қасабасы живарында кергін қалмақты. Анда рус женкеверлері Минск анлашмалары ясақ еткен селянен атеш ашалар базы вақтылары есе артиллерияда қоланалар. Незаконні збройні формування збільшують кількість обстрілів, дедалі частіше застосовуючи міномети. По наших опорних пунктах в Зайцевому противник, окрім мінометів калібру 120 мм, відкривав вогонь з самохідної артилерійської установки. Під мінометні обстріли противника потрапили також позиції Збройних сил України в районі Комінтерного, Гнутово, Широкіново, Красногорівки, Мар'їнки та Майорська. Неподалік Миколаївки та Новотроїцького відбулися бойові зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою бандформувань. З гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні наші опорні пункти біля Гранітного, Новгородського, Опитного, Пісків, Авдіївки та шахти Бутівка. На Луганському напрямку ворог вів вогонь по українських позиціях в Трьохізбенці та Сокільниках. Ең азындан 50 инсан иляк олды, о қадары да яраланды. Сурияның Идлибаве Алеппо шеерлеріне бомбалар ташланды. Олар мескен эвлернен берабер 5 хастахане ве 2 мектепні веран етті. Идлиба шеерінде 6 қатлы хастахане аман-аман ернен тігізленді. Хастаханенің 8 хадима аққында малымат йоқ. Олар қалымтылар тубынды ола білелер. Сыңырсыз екімлер бірлешме азалары білдіргеніне көре, дарбелеріні акимет ордусынен берабер рус учақлары кечірді. Абсолютно очевидно, что это нападение направлено против медицинской миссии. Работать врачом или медсестрой в районах, контролируемых оппозицией, считается чуть ли не преступной деятельностью. К сожалению, если ты медик и работаешь в больнице, то сразу становишься мишенью для сирийского режима. Ахьярда юзум тарлаларына йоқ етелер. Бұны таздықлаған видеоны интернетте ялталы блогер Алексей Владимирович ерлештірді. Тарлалар «Золотая балка» шыркетіне айыт видео мойлифы білдіргеніне көре, бірқач афта девамында тарлалардан бетон директлеріні чықарғанлар. «Золотая балка» шыркеті Қырымның ең бұйық юзымжілік шыркетлерінден бірідір. А мы сейчас с вами находимся на виноградниках совхоз завода «Золотая балка», которые нещадно уничтожаются. И вы сейчас можете в этом убедиться. Приезжают машины, приезжают люди, выкапывают колышки и увозят их. А виноград совхоз завода «Золотая балка» просто оставляют здесь умирать. Кому нужна эта земля, я не знаю. Судите сами. Но виноградников здесь больше не будет. Мне кажется, вот они, наконец-таки уже наступают те долгожданные денежные вливания, о которых так много говорили, когда происходило вхождение. И теперь можно с точностью заявить, что осталось действительно еще немного подождать. Бусатқа сонки хабермыз еді сілерге эй кунлер тілейм куныңыз хайырлы ишлернен белгіленсін. Ақшамки заман яйынларымызны қачырманыз. Көрішкенже.